Хорошо, что хоть тут не сохраняется трансляция. Поэтому это секретная. Трансляция ночная. Да. Это секретная. Я съел деда. Не пойму, работает или нет. Я сейчас тут на другом компьютере. Не пойму. Алло, меня слышно? Ребята, привет всем. Приветствую. Сегодня необычная трансляция, проверочная. Мотоблочный рай, так называемая. Значит, смотрите. Сегодня я расскажу немножко о рыбалке. Вот, потому что много меня там спрашивают, типа... Вот, сегодня вот секретная трансляция, закрытая на Трово. А вот, да, я сейчас сижу с компьютера, очень слабого, поэтому, может быть, тормозит. Первый раз я его запустил, да. Сегодня, значит, трансляция посвящена Дню рыбалки, да. То есть, ну, расскажу, как правильно, блядь, рыбу ловить. Привет, а боже, пена одичалой выбежала стремить за деда. Какой ужас. Где дед? Когда он даст пизды пены? А? Передай привет Сингапуру, кстати. Новый уровень потоков. Стремит дэм. Дед отдыхает. Симаклох тупа. Сегодня особая трансляция. Где отсюда там? Шалопай в школу, собирайся. Фиксирую рыбака. Ну и да, помыть тебе глаза, пена. А? Значит, смотря. Перчатки за дом напертодел, ну дуры позбаны, сука. Тупо глек, сука, тухлы дыры. Карать как одевать. Тут важно руки не вымазать, дебил. Итак, я являюсь профессиональным рыбаком, да. А вот. Значит, меня на рыбалке, вот на любой рыбалке, там, на любом озере, да, там, блядь, чисто знают, как Валера Водник. Валера Водник все называют меня. Блядь, сама. Блядь. Короче, вот удочка. Вот такая у меня удочка, вот. Вот такая вот у меня удочка у дедушки. Сейчас я покажу, как, ну, еще ловлю я рыбу. На что? Что я использую для того, чтобы рыбу ловить. Кто не знает меня, я просто маску одел. Не хочу, чтобы рыбаки там, да, которые меня знают. Они просто знают, что я большой для них конкурент на любой рыбалке. Поэтому я сейчас, ну, лицо спрятал, потому что рыбаки, ну, они меня как бы не совсем любят. Да? Потому что я всю рыбу вылавливаю. А эти самые... Ахахахахаха. Боже, ты уже 5 проектов обещал нам сделать. В итоге все, что ты сделал, стерпел рокера, скачущего на твоей женералинке. Ха-ха-ха-ха-ха. Нихуя сделать не может. Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Вот. Зяблы, фиксируйте, старый рыбак наконец-то совершил каминг-аут. С днем рыбака тебя, старый карась, процент, амперсант, прямая черта. Это называется, знаешь как? Не могу понять. Пому на канале нету, самого деда нету деду, а присутствует какой-то пена на вебке. Глазки пенятся. Шо за бред? Пена, ты чамар, подкаблучный, верни Валеру. Что за бред ты поришь, Фори? Ну что за бред? Ну что за бред, солнышко? Я просто люблю рыбу, понимаешь? Вот это только стихия, да, водная. Да. Старая руха, зайди подслушана Самара. А я не могу, у меня на этом компьютере, это не мой, тут нету этого ВКонтакте. А что там? Что там за бред, блядь?
Самарской области полицейские поймали пьяного мужчину на самодельном транспортном мотоблоке. Это не я. Сидит с 14 айфоном, а Вепка за косарь. Тебе не стыдно? Кстати, Паму, ты такой вялый и жидкий. Сидишь как морж, еле двигаешься. А ну-ка давай-ка десяточку на турнике. Я рыбак. Скажи пару ласковых моему другу Денису, он тебя пухой назвал. Кем? Как он меня назвал сейчас? Про рыбалку. Да, мы сегодня с вами небольшой такой влог рыбалка. Рыбалка и жизнь мужчины ПГТ называется. Сегодня водный такой лох, водник. И сегодня все, что обсуждается, это касается конкретно мужчин. Дед, мне страшно, что ты начал сам стремить? Что за операция у тебя будет? Я волнуюсь, что ты так, может, прощаешься с нами, дед. Скажи, что все хорошо, я тебя люблю. Привет из Киева. Эх, ребята, да, операция. Эх, ай-яй-яй-яй-яй. Лучше вам не знать. Операция будет, ай-яй-яй. А потом. А? Значит, смотря. О. Просто представьте, насколько пен эволюционировал, что смог пародировать голос деда. А ты за сколько в камеру свою фирменную улыбку покажешь, а? Никогда не перееду в Россию, никогда не женюсь, никогда не буду читать рэп, никогда не подрублю вебку. Вы находитесь здесь, никогда не сниму маску, никогда не покажу пену. Вот так вот, сука, взял бы то каждого там. Сначала так. Ветерок подул. Опа! А? Ствол остался. Вот тебе, пожалуйста, блядь. Да. Согласись, мастер. Кто гадает, что за книга, тому дам. Ничего не дам. Просто кто гадает. Запуск станка 3000. Ладно, перфоратор бесплатно, так уж и быть. Вот, смотри. Кто угадает, что это? А? Бля! Показал. Вот после рыбалки токарное дело изучаю. Я рыбачок, я на удочку ловлю, хуя дох, хуй на гачок, поймал я удочку. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на зло. Лезет, сука, мразь. Не посматривай, дурак. Я тебя люблю, я страдал. Блядь! Дурак! Переборчил, сука. Переборчил немножко, блядь. Дурак. Где мой косарь, а? Где? Где мой косарь? Я тебя спрашиваю, ты? Где? Дурак! А? Это не считается. Ням-н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 ям. Это не считается. Ням-н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 ям. Это не считается. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Итак, ребята, значит, смотрим. Вот насчет рыбалки, да, вернемся к основной теме сегодняшней. То есть, да, рыбалка. Вот. Хочешь? Вот, блядь.
волчица такая есть. На. Хочешь? Давай, придурочный. Давай, парируй, давай.